не появится сегодня все-таки на поле Карим Бензема. Гвардадо пытается помочь этой атаке Депортиво стать результативной. Хороший заброс! И там даже руками Марсело пытается спасти свою команду, но не может. Хуан Родригес добавляет гол меда в матч дегтя для Депортиво. Расслабились сейчас оборонцы. И Пепе проиграл борьбу, преследуя атаку Депортиво по левому флангу. И, конечно, потеряли сейчас Хуана Родригеса и позволили Адриану сделать голевую передачу. Ну, а Марсело не Касильяс. И нельзя, да и бесполезно. Таким образом, Реал сегодня отвечает, наверное, всем требованиям своих поклонников. Он весело, здорово и результативно играет в атаке.